Каждому по лопате и саженцу. В составе экологического десанта – депутаты городской думы и члены молодежного парламента. В помощниках – родители и ученики школы номер 26. Сегодня территория образовательного учреждения стала еще красивее. Тут появились новые зеленые насаждения, которые предоставил местный садовый центр. Наше образовательное учреждение новое. При строительстве школы пострадал, конечно же, насаждения, которые здесь были размещены. Мы стараемся восстановить этот древесный покров и все-таки благоустроить нашу большую территорию. Работы немало. В очереди на новоселье 18 саженцев туй, 5 акаций и 10 гортензий. Растения выбраны не случайно. Специалисты ориентировались на ландшафтный дизайн. Родители совместно с детьми, учителями принимают в этой акции участие непосредственное, чтобы потом все вместе ухаживать за этими туями, ну и смотреть, контролировать, как они растут. Подобные акции направлены не только на благоустройство территорий, но и способствуют развитию бережного отношения к природе у молодежи. Михаил Ермоленко, Ксения Баканова, Сергей Баскин. События.